Доброе утро, друзья! Просыпайтесь вновь с вами в студии программы «Наше утро», Анна Шамбадал и Павел Савченко. Сегодня напомним, что 8 мая, вторник, и уже завтра вся страна будет праздновать День Великой Победы. Челябинцы сочинили песню ко Дню Победы и сняли клип. Авторы у нас в гостях, все подробности обсудим прямо сейчас. В нашей студии Юрий Мешков, автор идеи и продюсер клипа. Павел Калачев, композитор и исполнитель песни. А также Федор Юрин, автор идеи и автор песни. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Федор Иванович, первый вопрос вам. Скажите, пожалуйста, песня называется «Бессмертный полк». Как давно написаны стихи, как давно написана музыка? 9 мая 2016 года я шел в колонии «Бессмертного полка», как и все челябинцы. Угу. В руках у меня был портрет моего отца, участника Великой Отечественной войны, защищавшего нашу столицу, нашу родину Москву. И вот пройдя в колонию, посмотрев, прочувствовав все это, уже после, придя домой, у меня вот начали рождаться строчки. И я вот в течение мая к июню написал стихотворение «Бессмертный полк». После уже оно у меня немножко полежало, вот, я его дал уже на печать, оно вышло в сборнике у нас «Союза писателей», «Звездный голос». Вот. А осенью мы встретились с моим другом Павлом Васильевичем Калачевым. У нас уже опыт был написания одной из песен. И я ему дал почитать стихи. Я говорю: «Павел, посмотри, может быть, получится песня». Угу. Он посмотрел, мне потом через определенное время позвонил. Вот надо бы здесь еще вот... припевчик. Припев сделать, выделить. Я еще поработал над словами, мы выделили припев, и дальше уже занимался Павел. Опять-таки, вы уже начали говорить нам о создании вот этой самой команды. Я понимаю, ведь не все, кто в студии участен к этому клипу, вообще, клипу в принципе, и да, к созданию этой вещи. Сколько людей было задействовано? Юрий Федорович, вы организовали? Задействовано было Юргу ТВ. Мне повезло, что там замечательный главный редактор Тучкова Наталья Владимировна. Я к ней обратился. Она прочувствовала это, и с ее помощью, с помощью вот, телекомпании Южноуральского государственного университета, создан этот клип. Я думаю, что мы сейчас услышим и все поймем и прочувствуем. Абсолютно верно. Уважаемые телезрители, мы с вами сегодня становимся свидетелями уникального события. Прямо сейчас премьера песни и премьера клипа «Бессмертный полк». Итак, друзья, Павел Калачев в центре. Давайте посмотрим. Идут в строю родители и дети, в руках портреты близких и родных, чья совесть, честь и доблесть в целом свете вселились на века в сердца живых. Они за нашу родину сражались, священной честью выполнили долг, и перед нами вместе с нами встали, навечно в строй бессмертный полк. Он вдохновляет, прибавляет силы нам честью выполнить священный долг. Идет по селам, городам России непобедимый наш бессмертный полк. Спасибо вам огромное. Уже завтра мы увидим этот бессмертный полк и прочувствуем. Друзья, это, по-моему, потрясающая затея, потрясающий видеоряд, замечательные слова. Еще раз спасибо вам огромное за то, что это утро мы начинаем именно вот с этой идеи. Я напомню, друзья, у нас в гостях были Юрий Мешков, автор идеи, продюсер клипа, Павел Калачев, композитор и исполнитель песни. Ну, а также Федор Юрин, автор идеи и автор песни. Спасибо вам огромное за этот шедевр. Спасибо огромное.